Вы до сих пор мучаетесь со старыми неудобными открывалками? Не получается открыть банку с домашними соленьями? Ваш кухонный ящик забит старыми открывалками? Теперь вам достаточно иметь всего одну. Знакомьтесь, решение на все случаи жизни. Универсальная открывалка 6 в одном. Открыть банку магазинных консервов или домашнего лечо, бутылку с квасом или банку с кофе. Теперь для вас не проблема пластиковая крышка на бутылке с газировкой и даже консервная банка с кольцом. В одном компактном корпусе целых 6 различных открывалок. Вспомните, с каким трудом вы открывали банку тушенки обычным консервным ножом. Забудьте! Консервный нож с роликовым механизмом практически сделает это за вас. Легким движением закрепите открывалку на банке и вращайте ручку по часовой стрелке. Легко, причем снятая крышка не утонет в банке, а останется зажатой в открывалке. Просто поверните рукоятку в обратную сторону, и крышка извлечена. Без острых краев и зазубрин. Удобно и безопасно. Больше вам не понадобится отдельная открывалка для стеклянных бутылок. Она уже есть в открывалке 6 в одном. Как же было непросто добраться до содержимого банки с домашними соленьями. Но если у вас есть открывалка 6 в одном, это не проблема. Одно движение, и вы легко снимаете крышку. С помощью универсальной открывалки 6 в одном всего лишь одним легким движением вы откроете пластиковую бутылку с газированным напитком или банку с кофе. И только посмотрите, как легко и удобно теперь открывается крышка с кольцом. Одно движение и больше никаких поломанных ногтей. Консервы в жестяных банках любого диаметра, накладные крышки с кольцом, металлические и капроновые крышки, стеклянные и пластиковые бутылки. Быстро, легко и безопасно, даже для маленьких хозяек.